10 причин, почему новогодняя елка лучше, чем женщина. Первое. Новогоднюю елку не волнует, сколько елок у вас было до нее. Второе. Ей совершенно пофигу, если вы будете использовать всякие экзотические электрические приспособления. Третье. Вы можете связать новогоднюю елку, бросить ее на заднее сиденье машины и перевозить ее таким образом. Четвертое. Вы можете потрогать новогоднюю елку, прежде чем забирать ее домой. Пятое. Новогодняя елка спокойно относится к тому, что вы смотрите футбол весь день. Шестое. Новогодняя елка не рассердится, если вы разорвете какое-нибудь ее украшение. Седьмое. Вы совершенно спокойно можете заглянуть под любую новогоднюю елку, не опасаясь за последствия. Восьмое. Когда вам больше не нужна новогодняя елка, вы можете просто выбросить ее. Девятое. Новогодняя елка не ревнует вас к другим елкам. Десятое. Ее совершенно не беспокоит то, что в шкафу у вас есть искусственная новогодняя елка. Ха-х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 а.